Запомните, монитор должен стоять на столе не ближе 70 сантиметров от глаз, и его середина должна приходиться чуть ниже уровня прямого взгляда. Покраснение, ощущение инородного тела в глазу, затруднение фокусировки, затуманивание зрения врачи называют компьютерным зрительным синдромом. Этот термин впервые появился в США в 1998 году, сообщает портал «Здоровая Россия». Медики разработали гимнастику для глаз. Для начала зажмуриваемся на 3-5 секунд, потом открываем глаза на это же время. Затем быстро поморгайте в течение 1-2 минут. Следующее. Посмотрите прямо перед собой 2-3 секунды. Затем вытяните вперед правую руку на расстоянии 25-30 см на уровне глаз. И посмотрите 3-5 секунд на указательный палец. Опустите руку. Следующее. Закройте глаза и помассируйте веки, не сильно нажимая пальцем. Завершающее упражнение. Легкий нажим. Тремя пальцами руки слегка нажмите на верхнее веко закрытого глаза на 1-2 секунды. И последнее. Указательным пальцем зафиксируйте кожу в районе надбровных дуг. Медленно закройте глаза, почувствуйте сопротивление мышц век. И помните, глаза устают не только от постоянной однообразной работы, но и от неправильной освещенности и позы.